Дамы и господа, меня зовут профессор Филипп Гудман. Я занимаюсь объяснением необъяснимого, отделяю правду от вымысла. Этот человек обманывает вас. У меня есть доказательства! У него есть ассистент, который собирает информацию о вас! Вы не должны жить в страхе перед сверхъестественным. Сверхъестественное, что вы пытаетесь разоблачить. Все это правда. Вот три дела, которые я не смог разгадать. Вы раскроете их, если осмелитесь. Вещи не всегда такие, какими они кажутся. Расскажите мне о случившемся. Вы не поверите. Не смотрите на меня, как на сумасшедшего. Я знаю, что видел. Вы верите в зло, профессор? Я понимаю, как легко запутаться. Я знаю, ты там! Все именно то, чем кажется. Разум видит то, нет, что хочет увидеть.